Всем привет, мы на Конечном Поле, мы продолжаем проходить игрушку Pain. Извиняюсь, что так не было долго видосов, я очень был занят сбором материалов для видоса с GTA 5. Так, в прошлой серии мы попали в эту гробницу, я ее уже разгадал по этой карте, она почему-то не берется, видимо, потому что я уже ее разгадал. Вот. И там рычажки я нажал, здесь все получилось. Идем дальше в гробницу. Так, это чтобы подняться наверх, скорее всего. Так, что тут у нас есть? Можно мне, пожалуйста, убить? Я пшеницу возьму. Стрелы. Да. Мне там надо было стрельнуть по мишени. Я использовал лук. Это можно было использовать что-то другое. Так, текст. Здесь покоится королева Прыга. Ближайший вождь, который когда-либо знали яркоперы. Так, вот задним должен ей подвиги. Так, облик творца. Я обнаружил безопасное укрытие. Ну, там она поняла, как уберечь нас от трагедии. Так. Четкий скал, откуда раз огромный человек. Так. Так, нам придется залезть на огромную скалу. А можно я это оставлю себе? Так, стрелы. Я ими все равно не пользуюсь, но пусть будет. Все, что пригодится. Так. Я исследовал. Что, мне все забрать надо, что ли? Это что такое? Это какая-то вещица, да, она будет полезная. Схавай. Два прыгуна. Ага. Все. Так. Пойдем. Сберитесь на облик творца, чтобы обнаружить укрытие. Отвар прыгуна поможет тебе прыгать выше, чем обычно. Мне вот это вот не нравится. Потому что там сейчас лисы. А с лисами я не дружу. Так, ну сейчас что-нибудь попробуем. Попробуем убежать от них. Отвар прыгуна. Побежали. Лисы, я не к вам. Поселение лисов. Так, ну как приду, в принципе, на эту скалу, я продолжу. Так, ну я пришел на место. Здесь какая-то уже война началась. Ну, не совсем война. Похоже, это лось. И он дружит с лисами. Так. Мне надо бы как-нибудь их обойти. Я уже вон туда, наверх. Тихо, меня тут нету. Может, они уйдут? Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Так, ну вроде никого нету. Можно действовать. Зелье прыгуна. Давай, опа. Посмотрим, что там, да как. Кстати, нашел я сундучок. Да, сундучок нашел. И в нем мне выпали задумка штанов иноземца. Мне до них вот не хватает немного. Опа, ну-ка. Что ты там нам покажешь? Что-то блестит. Это пещера, там может быть что-то важное. Сперва нужно спуститься, может мне стоит спрыгнуть в воду? А что такое великий я? Я копирую, искать безопасное место, чтобы свет мог... Ага, решили сделать дальше. Ясно, еще мне осталось несколько человек. Не человек, а племен, извините.
спрыгнуть в воду, говоришь? То куда? А я посъебал. Так, что у нас по заданиям? Кстати, вот штанишки нашел. У меня остался тростник, а на шлем остался одно перепухляша, а я их не могу найти. Также я хочу сделать серп, перья, мне нужен железо, и щитки. Ну, это мы еще сделаем потом, я, может, вне ролика сделаю, ну, не важно. Сейчас мы задачи. Так, испытание войны. Что-то мне как-то неохота туда идти. Ладно, как приду на место, встретимся там. Так, ну я вроде как пришел на место. Как видите, я уже шлем скрафтил себе. Осталось совершенно немного. Тихо, не падай, не падай, не падай. Там наши враги костоломы, но мне нужно в пещеру. В пещере где? Сюда. Интересно. Может, это тут? Пещерка. Нет. Конечно, должна быть. Налез. Отлично. Пещера костоломы. Даже ты можешь... Блин, я не хочу к этому крокодилу идти. Жесть. Да они меня тащат и умотают. Опа, вижу кое-что. Тут ключики делать. Графит, по-моему. Сколько здесь? Два штуки оружия. А где ж пещера-то? Что ты думаешь, она за фонтаном? Ой, фонтаном, за водопадом. Нашел. Так, а что тут у нас есть? Следы теперь. Уху-ху. Дайте я копаю слегка. Подожди. Паду. Опа, кого-то хлопнули, братан. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Давай, летай. Ага. Почти попал, я тут, надо. Гуманистом. Ой-ой-ой. Еще 4 штуки. Можешь хоть плеваться, дурачок. А, да. Что, у меня есть что-нибудь? Там граната какая-то. Граната. Да, встань. Ну да. Ну да. Ладно. Попробуем с ними справиться. Вот это да, не-не-не-не-не. Ну нифига себе ты. Аккуратнее, мужики. Сваливаем. Ой, я тихо. Что-то у меня. Осторожнее. Хорош. Давай.
Поедь. Ну, когда они так делают, это вообще жесть. Не, не пойдет. Хватит, он тебя спас. Давай там, поаккуратней. Есть, конечно, еще бомба. Но я не хочу тратить сейчас на них. Ой, простите. Хорош. Бедро. А что такое? Еще бедро. О, с них похавать. Что-то там костолом. Эссенция. А что это такое вообще? Что такое эссенция? К чему она нужна? Мужики, 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 мужики. Мужики, мужики. Да возьми ты другое оружие, ну дурак. На череп. На еще череп. На еще. Ой. Подходи. Больной на голову. Они, кажется, легкие какие-то. На, еще тебе. Правда, все стрелы на них потратить. Фу. Так, ну, пойдем ломать. Управление тут, конечно, странное. Боевка. Солнце плевуна. Так, дальше исследуем пещерку. Что тут? Похавать, стрелы. Да. Так, надо не забывать, что у нас ролик 20 минут должен идти. Пострелы. Так, это что, выход? Да, там. Похавать. Давайте бедро похаваем, в принципе. У нас его много. Конечно, жареный бал получше. Стрелы, стрелы, еще стрелы, стекло и еще что-то не увидел. Но это еда. Определенно. Зачем я эту пещеру сюда, мне интересно? Тут очень много стрел дают. Чего-то. Может, так и надо типа стрелами пользоваться? Ну, это просто так не пробьешь определенно. Это дерево меня напрягает. Стоит в центре и светится. Освещается, вернее. Интересно, почему? Это, видимо, и есть кровавые ягоды. Какое странное растение. Ему даже не нужен свет. Верховный шаман, ягоды нужно отнести ему. Все? Это все, что надо было? Не знаю, собрать не буду, они нахрен не дались. Шаману. Какому шаману? Думаю, сейчас закопают живьем. Так. Интересно, что по времени? А шаман далеко? Ну как, вернемся к шаману, я начну запись. Всем до встречи. Я, в принципе, я не знаю, куда я пришел. Но мне сказали сюда. Ой, петухи. Я, кстати, тебе сделал на ноге. Штучку одну. Что это у нас такое? Это... Да, сапик. Тоже еда. Нормально вообще сидится, не несешь? А надо. А надо. А надо. Мне сказали сюда. Старый к столовым шаман живет здесь. Ну, сейчас мы к нему и зайдем. Заброшен башня, кстати, он должен уже здесь. Но его почему-то нет. А! Я упал. Нифига себе ты. Серфишь. Неплохо серфишь. Молодой, давай сейчас поаккуратнее.
Опа, нам нужно залезть на эту башенку. А, да. Неплохо. Давай еще раз. Ага. Опа. Тырим, тырим все, что есть, все, что видим. Слизевик какой-то. Это что за мешок? Мешок. Мешок, самое мясо. Бедро. Да здесь похавать, я смотрю, много. Либо это нас готовит, чтобы с ним подраться. Я не... Здорово, заебал. Я ошибся домом. Так, ладно. Набираем все храбрости. Здорово. Я тут босс. Должно быть и есть Кью, я чувствую, скоро ты станешь отличным воином. Так, откуда мы? Я знаю, что привело тебя сюда, юный человек. В ближайшем будущем тебе придется доказать, что ты умеешь сражаться. Так, я думаю, у меня нет выбора. Так, я пришел, чтобы узнать о вас. Я знаю, какое знание ты ищешь. Итого, гляди, увижу, как его можно получить. Но ты должен помочь разогнать туман. Что застилает мои глаза? Почему у него глаза красные? Ты чё, куришь? Ты чё, под солями? Ага. Темное зверь, звучит очень весело. Так, ты прав. Я отмечу его лого на твоей карте, используя эту приманку, чтобы выманить чудовище. Принеси мне его глаз, и мы найдем тебе нужные ответы. Я тебе не доверяю. Ты чё меня толкаешь? Давай, не бузи на меня. Он меня чуть толкает. Ты тут и накладки слышишь. Ты нормально вообще так жить? А посох какой. О. 2 метра роста, 3 верст ширины. Ладно. Далеко нам идти-то? Не особо. Простите. Не особо. Давайте пройдемся. Почему бы и нет? А, да. Побежали. Так. С помощью приманки. Какой приманки? Ремесло. Приманка. Какой приманки? Нет приманки. Тихо. Кто? Лиса. Это вообще психически неадекватные люди. Какие люди? В смысле люди? А, это есть приманка? Должно бы сработать. Опа! Мне и лиса хреначит. Мне все хреначит, помогите. А чё? Сышь? Все, я придумал. Все. Давайте ставим друг с другом. О, сфера. То, что нужно. Мне еще малышу отдавать. А что я там сам с собой не? Хорош. Все, гаси его. Обоих. Просто обоих буду. Давай, хорош. Я придумал. Да он сейчас лису загасит. Да я их с собой тут загашу, походу. Я просто сильный. Так, это все потом соберется. Не расслабляемся. Ага. Происходит вообще, не понимаю. Давай, расслабься. Вай. А, не надо слов, не надо паники. Там тоже лисы с кем дерутся. Дерутся с кем? Его глаз тащить. Ой.
почти попал, мужик. Слабак. Слабак. Фу. Мусор. Ткань. Не знаю, что это. Не знаю, что это. Большая шишка. Это жетон-собирателя. А стеклышко можно? Стеклышко, пожалуйста. Стеклышко. Вот это вы можете оставить себе. Все, побежали обратно. Это был легкий бой. Легче, чем с лисами, я бы даже сказал. Потому что лисы это вообще... Это психопат. Психопаты с бомбами. Так, я несу тебе глазик. Третий глазик будет у тебя. Надеюсь, он не будет красным, как твои. Давай. Наркоша. Здорово, наркоша. Мама дома. Здорово, здорово. Так, скорее человек, передай мне глаз, пока он еще пульсирует. Я вижу, вижу, что ты ищешь. Это кость в виде булавки. Ничего себе. Слушай, я всего лишь шаман, скоро ты все узнаешь. Кость в виде булавки есть у вождя в столице Костоломов. Она для них очень важна, будет непросто. Вождю придется сгинуть. Ты, юный воин, должен вызвать его на поединок. Но ты слаб. Я думаю, что отравленного мяса тебе поможет. Тарелка. Так. Ты найдешь ингредиенты внизу, если уже нашел. Или уже нашел, если обнес мою логово. Спасибо. Так. Многие не оценивают твои способности, Хьюна. Но я вижу перед собой сильного воина. Теперь я пойду, мне нужно помедитировать в тишине. Помедитировать ему нужно, блин. Ладно. Обнес логово. Да я сейчас и сейчас обнесу твое логово. Я, в принципе, не против. Мам, тарелка мяса. Слоновое мясо. Ага. Мне не нужен слизневичок. Раз. Два. Три. Так, солнечный. А что у меня есть? Не нужно. Опять мешок переполнен. Опять. Ну, сейчас сделаем мясо и закончим, думаю, ролик. Да. Яйцо пухлиша нужно. Один, у меня их 15. Куда, Карл? Что это? Слизь два кина. Это слизь два кина. Да можно? Какое яйцо пухлиша, ты издеваешься? Вот это. Вот это. Можно я его сожру? Это слоновое мясо, еще слоновое мясо, еще слоновое мясо. Ремесло, что мне не хватает? Все мне хватает. Мешок переполнен. Не судьба. Это не судьба. Я бы хотел то, что нет. Все, отравленное блюдо. Я думаю, мы продолжим уже в следующей серии отравлять нашего крокодильчика. У меня будут тоже красные глаза по-любому. Нам придется с ним сразиться, как я понял. Но сначала его отравить, чтобы он слабее был. Потому что я... Я на петуха похож. Вот. Опа, опять побежали, смотри. Вот он. А это не лес, да? Это что-то другое. Ладно. Всем пока-пока. Да и лисы. До скорой встречи. На канал подписывайтесь, не забывайте. Прожимайте лайки, комментарии обязательно оставляйте. Может, я что-то пропустила, вы заметили. И на группу не забывайте подписываться.
Смотрите, что творят. Гадости. И убили и побежали. Не ори на меня. Ой, все, все, все. Ладно, всем пока-пока.